Добрый вечер. Я сегодня среди выступающих самый старый. Я старше Коли Баскова в 5 раз. Ну, поэтому я выступаю, как говорится, по старинке. В отличие от молодых стендап-комиков, я работаю без мата, что, конечно, резко сужает аудиторию. Дорогие гости, за прошедшие 25 лет мы с женой построили 2 дома, посадили 4 дерева, родили 3 детей, съели пуд соли, 6 пудов сахара, нанесли друг другу 45 телесных повреждений. А ведь могли убить, правда, солнышко? Но мне, как и вам, раз в месяц приходит куча квитанции, либо на телефон, это свет, газ, сигнализация, интернет, телефон, ЖКХ. И сейчас уже стали приходить счета за капремонт дома, где я живу. Я понимаю, что я уже этот капремонт не увижу. Но раз берут, значит, уверены, что есть загробная жизнь. Да еще с карты автоматически снимают какие-то пени. Нашел на квитанции внизу мейлинга телефон, звоню. Ваш звонок очень важен для нас. Ваш номер очереди 138. Полдня слушал вальс из балета Чайковского «Щелкунчик». Наконец тот же голос. Вы дозвонились до оператора, говорите. Я задал вопросы, в ответ тот же голос. Ваш звонок был очень важен для нас. И тут я выдал матом. И что вы думаете, автомат меня туда же послал? Нашли общий язык. В цирке выступал удивительный фокусник. В первом отделении буквально из воздуха он делал деньги. Зрители хватали купюры под выкрики «Браво! Бис! Повторить!». А во втором отделении фокусник из воздуха делал ветер. У зрителей волосы дыбом, из кармана ветром вымело деньги, нахапанные в первом отделении, и заодно деньги личные, с которыми пришли люди в цирк. Вернувшись домой, никто никому ничего не рассказывал. Хотелось, чтобы и другие насладились мастерством этого фокусника. 2 недели брел ежик в тумане. Низги не видать, настолько был сильный туман. И так 2 недели без света, без пищи, без секса. Наткнувшись на что-то мягкое и теплое, ежик в тумане этим и овладел. Такого жесткого секса у ежика никогда не было, как и у львицы. Заберу, когда буду уходить. Пришла из Москвы на Сахалин гуманитарная помощь. Вместо школьных автобусов, которые ждали, прислали 2 новеньких катафалка. Пришлось детей возить в школу за 7 километров в том, что прислали. Вы не поверите, школьники перестали шалить, повысилась успеваемость. Старший катафалк пропускает вперед со словами «хорошего дня». Нет, в Москве не дураки сидят. В бассейне какие-то козлы столкнулись с 10-метровой вышки. Пока летел в воду, перед глазами промелькнула вся жизнь. Вот так живешь-живешь, а вмещается все в один прыжок с вышки. У животных брачный период длится неделю, а у мужчин внебрачный период всю жизнь. Побывали с супругой на карнавале Венеции. Само собой, все в масках. Познакомился и провел дивную ночь с дамой в сиреневой маске. Утром при свете незнакомка оказалась жена. Привезли из Венеции 2 дюжины масок. Секрет счастливого брака – не знать, с кем ты спишь.
И коротенькие совсем такие фразы. Галь, Вавилову звонили, они не приедут. Обидно, я уже как дура пол подмела. С годами болеть начинаю практически все. И желание только одно, чтобы так продолжалось как можно дольше. Супружеская гармония. Она его ни о чем не просит, а он ей ни в чем не отказывает. Журналистка брала интервью. Говорит, скажите, вот известные композиторы, писатели сочиняли свои шедевры под наркотой, сильно выпившие. А вот как вы? Я говорю, по старинке, я только чай. Она говорит, ну вот оно и чувствуется. Спасибо.